Меня зовут Тимофей Расов, мне 12 лет, я приехал из города Кунгура. Я очень люблю свой город Кунгур. Мне нравится культура города, парки, памятники. Когда я вырасту, я хочу стать хорошим гитаристом. Скорее всего, это будет классическая гитара. Кроме гитары, я играю в оркестре, аккомпанемент на балалайке и также на фортепиано. Мое любимое время года – зима, потому что я родился, и мне нравится снег, и играть в снежки, кататься с горки. Формулюс!